Организации Объединенных Наций Совбез уже принимали решение, причем при участии России, о беспилотной зоне. Мы имеем полное право, как члены Совбеза, объявить бесполетную зону над этой территорией и способствовать тому, чтобы любые объекты военного назначения, которые появятся над этой территорией, были ликвидированы. Потому что смотреть, как они с самолетов расстреливают города и мирных жителей, смотреть на лица стариков, глаза детей невозможно без содрогания и ужаса.